Здравствуйте, уважаемые дамы, господа, товарищи! Поздравляю вас с началом учебного года! Ну и, как всегда, четверг, программа «Радар спорта», с вами я, Алена Мироманова. И в ближайшие 25 минут я проведу обзор спортивной жизни Бурятии. Наши спортсмены понемногу начали выступать на соревнованиях, и поэтому сегодняшний выпуск программы «Радар спорт» будет посвящен соревнованиям и спортивным мероприятиям Бурятии, которые уже прошли в августе, и те, которые только ожидаются. Так что усаживайтесь поудобнее у ваших экранов и наслаждайтесь просмотром. Открывают нашу сегодняшнюю программу спортсмены, которые уже успешно выступили на выездных соревнованиях. Начнем по порядку. В начале августа в Ярославле проходил Кубок России по легкой атлетике среди ветеранов, собравший порядка 180 участников с различных уголков нашей страны. В соревнованиях принял участие и наш земляк, и весьма успешно. В возрастной группе М70-74 Геннадий Мармушев поднялся на третью ступень пьедестала почета в беге на 5000 метров. Стоит отметить, что Геннадий является неоднократным победителем и призером многих всероссийских и международных соревнований по легкой атлетике. В середине августа Бурятию посетили олимпийские легенды. Главной целью визита была помощь в развитии детского спорта в регионе в рамках всероссийского благотворительного проекта «Олимпийские легенды детям, молодежи и детскому спорту». Кто был в составе спортивной делегации и какие районы нашей республики посетили олимпийские чемпионы, я расскажу вам далее. В составе спортивной делегации в Бурятию прибыли Людмила Жигели, олимпийская чемпионка по волейболу, двукратный призер чемпионатов мира, победитель розыгрыша Кубка мира, чемпионка Европы, двукратная чемпионка СССР, обладатель Кубка СССР, заслуженный мастер спорта России, город Москва. Ирина Минх, олимпийская чемпионка по баскетболу, бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, чемпионка Всемирной универсиады, трехкратная чемпионка СССР, многократный призер чемпионатов СССР, обладатель Кубка Ранкетти, заслуженный мастер спорта СССР, город Новосибирск. Елена Швайбович, олимпийская чемпионка по баскетболу, чемпионка Европы, серебряный призер игр доброй воли, чемпионка России, чемпионка Польши, серебряный призер чемпионата СССР и России, бронзовый призер чемпионатов России, финалист Кубка Ранкетти, заслуженный мастер спорта СССР, город Ростов-на-Дону. Денис Капустин, бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике, двукратный чемпион Европы, двукратный победитель Кубка Европы, призер чемпионатов мира и чемпионатов Европы, победитель мировой серии Гран-при Международной легкоатлетической федерации, чемпион мира среди военнослужащих, многократный чемпион России и международных соревнований, заслуженный мастер спорта России, город Казань. Мы всегда их призываем к тому, что спорт это линия поведения. Ты себя должен преподносить, если ты еще вот маленький, ты еще никто. А когда ты уже попадаешь в сборную, то есть ты представляешь уже страну, и на тебя уже смотрят другими глазами. Ты представляешь своего тренера, свою команду, свою детскую спортивную школу. И, в общем-то, это детям интересно. И у нас столько много случаев. И, да, действительно, с ними проходят беседы иногда очень долго, задают такие вопросы, что сам думаешь, как они докопались до этого. Поэтому мы очень рады, я очень рада, что мы приехали к вам в Бурятию, что... Чем можем, тем поможем. Мы очень будем рады выступить перед вашими детьми. Может, тоже искорку какую-то в их глазах зажечь. Потому что я всегда говорю, что олимпийскими чемпионами не рождаются, и все начинается там, внизу. Вот. Поэтому желаю вашим детям как бы успехов и думаю, что мы найдем как бы общий язык. Во время своего пребывания в республике, которое продлилось 10 дней, чемпионы и призеры Олимпийских игр различных лет, помимо Улан-Удэ, посетили еще 4 района Бурятии. Это Баргузинский, Кабанский, Селенгинский и Прибайкальский. В конце августа в Ленинградской области проходил чемпионат вооруженных сил Российской Федерации по легкоатлетическому кроссу, в котором приняли участие наши земляки, завоевав там ряд медалей. Кто и каких высот добился на этот раз, смотрите прямо сейчас. В Ленинградской области проходили одни из первых крупных соревнований этого лета по легкой атлетике. Это спартакиада вооруженных сил Российской Федерации. Всего в соревнованиях по кроссу приняли участие команды 8 округов, а это порядка 100 спортсменов. Атлеты выявляли лучших на 4 дистанциях – 3, 5 и 8 километров, а также в эстафете. Из года в год соревнования и уровень спортсменов только растут. Даже сейчас, несмотря на паузу, связанную с коронавирусом, большинство бегунов показали отличные результаты. Были установлены даже рекорды трасс.
В соревнованиях приняли участие и наши земляки, которым удалось завоевать ряд медалей. В составе команды Восточного военного округа на высшую ступень пьедестала почета в беге на 5 километров поднялся мастер спорта Роман Троценко, тем самым став 4-кратным чемпионом Вооруженных сил Российской Федерации. Серебряная медаль в беге на 3 километра на счету у мастера спорта Оксаны Катыховой. Также в копилку наград бурятские спортсмены добавили еще несколько медалей. Золото в эстафетном беге 4 по 1000 метров, где в составе команды Восточного военного округа бежали и наши спортсмены. Это мастера спорта Николай Вербицкий и Роман Троценко. И также золотая медаль в эстафетном беге 4 по 1000 у команды воздушно-десантных войск, где в составе команды бежал наш земляк, кандидат в мастера спорта Сергей Соловьев. Мастер спорта по легкой атлетике Николай Вербицкий стал бронзовым призером мемориала братьев Знаменских. О том, как проходили соревнования и как спортсмену удалась медаль, в нашем следующем сюжете. С 21 по 22 августа в Смоленске проходили первые из основных официальных всероссийских стартов летнего легкоатлетического сезона 2020 года. Это всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских». Традиционно в данном турнире принимает участие элита легкой атлетики России, всегда показывая высокие результаты и волю к победе. К сожалению, в этот раз мемориал прошел без рекордов, понятно по каким причинам. Справка. Мемориал братьев Знаменских регулярно проводится, начиная с 1958 года и посвящен памяти братьев Георгия и Серафима Знаменских, выдающихся бегунов 1930-х годов. В этом же году соревнования прошли в условиях строгого соблюдения санитарных норм. Помимо измерения температуры, тестов масок и перчаток, жестко регламентировался список судей, персонала, а также спортсменов, которых, к слову говоря, было порядка 200. В соревнованиях принял участие и наш земляк, завоевав там бронзу. Мастер спорта Николай Вербицкий поднялся на третью ступень пьедестала почета в беге на 800 метров с результатом 1:49.37. В Ижевске стартовал командный Кубок России по боксу. Стоит отметить, что турнир был возрожден после 15-летнего перерыва в 2018 году, и сейчас уже третий год подряд его принимает Ижевск. До какого числа продлятся соревнования и в каком составе там выступают сборная команда Бурятии, я расскажу вам далее. 31 августа в Ижевском ледовом дворце молодежной стартовал командный Кубок России по боксу среди мужчин, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В этот раз в соревнованиях принимают участие 8 федеральных округов и 2 города федерального значения, а это порядка 200 сильнейших боксеров страны. С 31 августа по 5 сентября спортсмены будут оспаривать звания лучших на 2 рингах и в 10 весовых категориях. Посев и жеребьевка команд были произведены на основе рейтинга, сформированного по результатам чемпионата России 2019 года. Республику Бурятия в составе Дальневосточного федерального округа на соревнованиях представляют 8 спортсменов. Николай Харанхоев, весовая категория до 49 килограммов. Батыр Гамбоев, также весовая категория до 49 килограммов. Баир Батлаев, весовая категория до 52 килограммов. Альберт Гатаулин, до 57 килограммов. Родна Цыбиков, до 60 килограммов. Антон Харанхоев, 60 килограммов. Даржо Дахаев, весовая категория до 63 килограммов. И Константин Протопопов, весовая категория свыше 91 килограмма. Соревнования продлятся до 5 сентября. Все результаты и итоги мы огласим в следующем выпуске программы «Радар Спорт». В середине августа в спортивном мире Бурятии произошла большая утрата. Ушел из жизни почетный президент Федерации спортивной борьбы Бурятии, заслуженный мастер спорта, заслуженный работник физической культуры Сергей Жалсанович Замбалов. 16 августа после тяжелой болезни ушел из жизни один из самых титулованных борцов нашей республики – Сергей Жалсанович Замбалов. Сергей Замбалов, или же Барс, так его в свое время называло спортивное сообщество за остроатакующий стиль борьбы, являлся заслуженным мастером спорта, заслуженным работником физической культуры, чемпионом СССР и России 1990 и 1993 годов, серебряным и бронзовым призером чемпионатов СССР и России 86 и 95 годов, бронзовым призером чемпионата мира 1993 года, чемпионата Европы 1994 года, бронзовым призером и победителем Кубка мира 1987 и 1991 годов. Также являлся серебряным призером игр доброй воли 1990 года. Сергей Жалсанович являлся директором ШОР номер 12, был почетным президентом Федерации спортивной борьбы Бурятии. 29 сентября ему бы исполнилось 56 лет.
Для Бурятии это, несомненно, большая утрата. Выражаем соболезнования родным и близким Сергея Замбалова. Ну а сейчас переходим к спортсменам, которые активно готовятся на выездные соревнования. И уже начиная с сентября мы сможем наблюдать за их успехами. Начнем с борцов, у которых завершился первый подготовительный этап к чемпионату страны. Когда спортсмены отправятся на соревнования и где проходили сборы, я расскажу вам далее. Сборная Бурятии по вольной борьбе продолжает активную подготовку к чемпионату России, который пройдет с 9 по 11 октября во Владикавказе. На данный момент спортсмены завершили свой первый подготовительный этап, который проходил в спортивно-оздоровительном лагере «Инхалук». Все знают, что вот нам нельзя, может, вид спорта такой контактный, но мы не имеем права даже идти. Вот такой процесс идет подготовки, общей физической подготовки, чтобы быть уже, когда нам разрешат официально выходить на ковер, чтобы мы готовы были. Ну, здесь располагает природа наша Байкала. Знаете, здесь, конечно, здорово здесь отработали вот наши обслуживающий персонал этого лагеря спортивного. Вот это все, вот это название спортивной школы. И очень хорошая база. Решение о проведении в Инхалуке тренировочных сборов было принято Министерством спорта и молодежной политики Бурятии совместно с Федерацией борьбы нашей республики. База отвечает всем требованиям. Тут имеются необходимые спортивные площадки и тренажеры, а свежий байкальский воздух заряжает спортсменов энергией и силами. Так что данный этап подготовки, несомненно, даст свой положительный результат. У тренерского же штаба есть определенные цели, к которым они стремятся. У нас история борьбы, сами знаете, 50 лет Республики Бурятия. И в 1976 году сборная команды Республики Бурятия в Орджоникидзе тогда заняла главное второе место. Тогда один чемпион и три вторых места было, и два призера. И мы как бы идем к планке, вот вы сами знаете, слышали, 38 лет назад у нас чемпион Европы был. Сейчас мы эту планку сбили, чемпион Европы был и призер Европы. Мы идем к этому давнейшему результату. 44 года назад было поставлено, к этому идем, работаем, подготавливаемся. Ребята, цели есть, как бы история есть, цели есть. Ребята стремятся. Вот действующие чемпионы Европы, призер Европы, чемпионы Азии, все спортсмены наши в строю. Работаем и как, дружненько, соскучились друг к другу во время коронавируса. Готовимся. Это первый сбор спортсменов, и втягиваться весьма непросто. Но, тем не менее, условия и Байкал сопутствуют. Сейчас пока ребята все внимание уделяют общей физической форме. Кроссы, работа на тренажерах и различные спецупражнения. Как и у всех высококлассных спортсменов, у наших борцов есть план, которому они строго придерживаются. Четыре месяца
таких мероприятий не было тренировочных. Мы сами где на площадке, там кроссы, вот так поддерживали форму. Ну и сейчас втягиваемся, вот первый сбор после перерыва. Ну, все идет по плану, самое главное без травм. Конкуренция на чемпионате страны будет высокой. Сейчас никто не знает, кто и в какой форме находится, поэтому темной лошадкой оказаться может абсолютно каждый. И готовиться нужно на всех, а не конкретно на нескольких. У меня такого нету. Этот главный, этот второстепенный. Ко всем отношусь соперникам с уважением. Все могут показать, удивить. И сам я могу удивить, думаю. Так что настрой, конечно. Зачем тренироваться, если ты не хочешь выиграть? Только выиграть. Будем и дальше следить за успехами наших спортсменов и ждать от них медали чемпионата страны. Юниорская сборная команда Бурятии по вольной борьбе также готовится к выезду. Уже на следующей неделе ребята отправляются на первенство страны. О том, в каком составе отправится сборная нашей республики на соревнования и когда пройдет первенство, я расскажу вам далее. С 8 по 14 сентября в Московской области пройдет первенство России среди юниоров 2000-2002 годов рождения по вольной борьбе, которое будет взято за основу при формировании состава на первенство мира. На протяжении 5 соревновательных дней борцы будут выявлять лучших в 10 весовых категориях, по 2 весовые категории в день. К первенству допускаются только те, кому уже есть 18 лет. Кому же еще не исполнилось 18, к соревнованиям допущены не будут. Таким было решение Роспотребнадзора. Также в наличии у каждого спортсмена должна иметься справка на COVID-19. В соревнованиях примут участие 15 борцов сборной команды Бурятии. Назовем их пофамильно. Дамдин Цыринджапов, Владимир Ринчинов, Ананда Дашиев, Алдар Мункуев, Саян Жигзымаев, Игорь Упхоев, Ананда Дамдинов, Сандан Гармаев, Никита Жаргалов, Василий Агдонов, Тумен Бадиев, Буинто Шандапов, Ангалан Бакшеев, Дашинима Бадиев и Айдар Санжиев. А тем временем к чемпионату страны готовятся не только борцы, но и лучники. В нашей республике провели отбор в сборную команду Бурятии для участия в чемпионате России по стрельбе из лука. Кто отобрался на главный старт страны и когда пройдут соревнования, я расскажу вам в нашем следующем сюжете. 4 по 9 сентября на стадионе «Шор ЦСКА» города Рязань пройдет чемпионат России по стрельбе из лука. Данные соревнования станут первым стартом после длительного перерыва, связанного с ограничениями по COVID-19. По информации президента Федерации стрельбы из лука Рязанской области Игоря Горшкова, Роспотребнадзор согласовал проведение в Рязани чемпионата страны. Таким образом, за несколько соревновательных дней на огневой рубеж выйдет около 300 сильнейших лучников из 30 регионов России. Они же разыграют медали чемпионата на таких дистанциях, как 90, 70, 50 и 30 метров у мужчин и 70, 60, 50 и 30 метров у женщин. В связи с ограничениями, введенными на территории Рязанской области, в соревнованиях примут участие спортсмены 2002 года рождения и старше при обязательном наличии справки на COVID-19. Также на основании регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 будут внесены изменения в программу и порядок проведения чемпионата. Но несмотря на все эти вынужденные ограничения и сложности, организаторы постараются сделать все, чтобы данные соревнования стали настоящим праздником спорта. В чемпионате страны примет участие сборная команда Бурятии, в составе которой выступят Инна Степанова, Виктория Будаева, Наталья Эрденеева, Светлана Гамбоева, Виктория Харитонова, Эрдем Цыдыпов, Цирен Болтаков, Баир Цыбекдаржиев, Бальжанима Церемпилов и Сергей Хутаков. Ну и говоря о стрельбе из лука, хочу отметить, что в нашей республике единогласным решением избрали нового президента Федерации стрельбы из лука. И им стал заместитель председателя правительства Республики Бурятия по социальному развитию Вячеслав Балданович Цыбекжапов. В середине июля я вам рассказывала о том, что наша национальная баскетбольная команда «Лара» попала в список 24 команд суперфиналистов МЛБЛ-2020. И вот турнир уже совсем близок. Когда наши парни уже выйдут на паркет и выплеснут соревновательный дух, я расскажу вам прямо сейчас. С 6 по 12 сентября на базе Севастопольского спортивного комплекса «Мусон» пройдет финальный турнир сезона Межрегиональной любительской баскетбольной лиги 2020. В этом году обычного и привычного для всех отбора внутри федеральных округов не было из-за пандемии. Поэтому организаторами было принято решение создать заявочную кампанию. То есть на участие в суперфинале 2020 подать заявку могла любая команда, выступающая в одном из региональных чемпионатов МЛБЛ.
При отборе жестко учитывались результаты в региональном чемпионате в текущем сезоне. Генеральный директор МЛБЛ Антон Зимин отметил, что организаторы не ожидали такой реакции на расширенный суперфинал. Они получили рекордные 43 заявки и был даже соблазн провести суперфинал для 32 команд. Но организаторы остались не очень довольны турнирной сеткой, которая при этом получалась. А вот схема для 24 команд в этом плане гораздо более справедливая. Выбрать команды было очень сложно, поэтому они разработали критерии, которые помогли в этом. Не брать больше одной команды из региона, чтобы с одной стороны не ослаблять потенциальную сборную, дать командам шанс приехать в максимально крутых составах и с другой стороны расширить географию турнира, дать шанс побороться за чемпионство разным городам. Таким образом, в этом году в мужском суперфинале сыграют 24 команды, представляющие 22 города России. Все участники будут разбиты на 8 групп по 3 команды, из которых в 1/8 финала выйдут 2 лучшие, чтобы в турнире на выбывание с розыгрышем всех мест определить чемпиона России среди любителей. Наша национальная баскетбольная команда «Лара» в списке этих финалистов, и уже с 6 сентября парни выйдут на паркет оспаривать звание лучших. Все соперники далеко не подарок, но и наши ребята уже давно зарекомендовали себя как сильную команду, которая в любой ситуации будет биться до последнего. Суперфинал МЛБЛ 2020 станет еще одним историческим событием и еще одним шагом в развитии межрегиональной любительской баскетбольной лиги. А для команд это будет самый сложный суперфинал из всех. Так что будем болеть за наших ребят. А я хочу вам напомнить, что 8 сентября автору и ведущему программы «Радар Спорт» Борису Васильевичу Мироманову исполнилось бы 75 лет. Сайн Байна, Хундата, телевизор Хороши. Добрый вечер, уважаемые дамы, господа, товарищи. Но, как всегда, среда, программа «Радар Спорт». Усаживайтесь поудобнее у экранов своих телевизоров. 30 минут о физической культуре, спорте, здоровом образе жизни с участием жителей нашей республики. Борис Васильевич Мироманов родился 8 сентября 1945 года в Усолье-Сибирском Иркутской области. Являлся мастером спорта по легкой атлетике, заслуженным тренером РСФСР, олимпийским арбитром, кавалером Ордена Дружбы, арбитром всесоюзной категории. На протяжении 10 лет являлся тренером сборной команды СССР по легкой атлетике. За свою тренерскую деятельность воспитал 24 мастера спорта СССР и России, 3 мастеров спорта международного класса и 1 заслуженного мастера спорта, это Надежду Мироманову. Награжден Орденом Дружбы. Первый и единственный спортивный журналист Бурятии, награжденный медалью Озерова. Являлся многократным победителем республиканских премий «Золотой Олимп» в области спортивной журналистики. Являлся членом Международной ассоциации прессы АИПС, автор и бессменный ведущий на протяжении многих лет спортивной еженедельной программы «Радар Спорт», которая существует уже 26 лет. После продолжительной болезни ушел из жизни 12 февраля 2016 года. Светлая память. Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. И это, как всегда, далеко не все, о чем я вам хотела рассказать. Смотрите нас каждый четверг на канале ТВКом. Также ищите нас в просторах интернета и в приложении Пирс ТВ. Больше двигайтесь. Движение – это жизнь. Прощаюсь с вами ровно на неделю. Дахин Олзатара. БРТ.